next to me. Hold me. Kiss me, babe. Stay right next to me. Hold me. Talk to me. Дадаизм, кубизм, импрессионизм, экспрессионизм, постэкспрессионизм. А живы ли эти стили сегодня? Или они давным-давно превратились в музейные реликты? Но вот на выставке, посвященной 150-летию Константина Сомова, мы видим действительно живое искусство, которое сегодня возмущает умы, возмущает любителей ханжеской нравственности. Это эротизм. И это не тот эротизм, который отделен от любви, от настоящих сексуальных отношений, от человеческих отношений. Это эротизм, который занимается полутонами человеческого восприятия мира. Stay right next to me. Hold me. Kiss me, babe. Stay right next to me. Hold me. Talk to me. Talk to me. Stay right next to me. Hold me. Kiss me, babe. Stay right next to me. Hold me. Hold me. Выставка большая. Это 160 произведений Сомова из 4 музеев, кроме Русского музея, 4 частных коллекций. Здесь большая благодарность всем, кто представил эти работы на выставке. Здесь основные темы, увлекавшие Сомова, и, в общем, хронология его творчества. И здесь разные жанры, разные мотивы, которыми он занимался. И портреты, и так называемые эротические произведения, которые проходили через все его творчество. И графика, разная графика, и книжная графика, его обложки, его афиши и так далее, и так далее. То есть зритель, побывав на этой выставке, он увидит Сомова разного и в то же время цельного, потому что в творчестве этого художника вот эта вот тема эротизма, тонких чувств, тонких эмоций, она проходит через все его творчество. Евгения Николаевна, вот сегодня мы спрашиваем, жив ли авангард, а жив ли эротизм в том качестве, которым он взрывал в 20 веке, в начале 20 века, вот эту вот арт-тусовку? Ну, я думаю, что эротизм всегда жив в любое время. Просто в какое-то время, как в Сомовское, он может быть, ну и может быть талантом Сомова, он выражался тонко, изысканно, изящно, так на чуть-чуть, а в какое-то время в лоб, прямо, уже на грани, так сказать, того, что нельзя назвать эротизмом, что можно назвать совершенно другими какими-то словами. Поэтому, ну, это же жизнь, поэтому этот момент нашей жизни, он существует всегда, существовал и будет существовать в разных вариантах. Thank you.
Травяные лабиринты с видом на ночные фейерверки, томные дамы в будуарах, ждущие любовников, хруст французской булки. Насколько это вообще сегодня все актуально? Для меня это актуально всегда. Когда ночами так тихо-тихо. Хочу веселья, хочу огней, чтоб было шумно, чтоб было лихо, чтоб свет от люстры гнал сон теней. Лучшую работу не повесили, это очень жаль. Но зато мы можем повесить и проэкспонировать вас, Яков Витальевич. Готов висеть.